Голоса скептиков смолкли уже в первой половине дня выборов. Люди пошли на участки, вопреки мнению, что эта избирательная кампания предсказуема и граждане проявят к ней безразличие. Случилось ровно обратное. Явка оказалась выше ожидаемой, и даже традиционно неактивно голосующий Владивосток показал самые высокие цифры. А в итоге Приморский край по числу проголосовавших из всех дальневосточных регионов уступил только Якутии. Это достойный выбор нашего населения приморского. Это достойная победа, но процент сам говорит за себя. Еще хочу сказать, что Владимир Владимирович начал серьезные проекты инвестиционные. И, конечно, сейчас самое время их реализовать. Прошедшие выборы по своей сути превратились не в борьбу кандидатов за победу, а в открытую демонстрацию населением доверия действующему главе региона. Приморцы проголосовали за сохранение того курса, который взял Владимир Миклушевский еще 2 года назад. Столь убедительная победа дала окончательный ответ. Жители края поддерживают начатое губернатором и ожидают, что именно под его руководством регион воплотит в жизнь задуманные планы. Сделать все возможное для того, чтобы здесь молодежь видела свою перспективу. Если это будет, то, конечно, сюда будет поток на Дальний Восток и в наше Приморье, поток профессионалов. Будут оставаться молодые люди, которые будут хотеть здесь создавать свое будущее, свои семьи. Вот те задачи, которые Владимир Владимирович Миклушевский озвучил в своих выступлениях, они все реальны, они все имеют под собой конкретную реальную экономическую основу. По результатам голосования, которые подвел крайизбирком, еще ни один губернатор не получал такой беспрецедентной поддержки. В свое время одни из лучших показателей были у Евгения Ноздратенко – 60% голосов. 78% Владимира Миклушевского – рекордный результат за всю историю выборов в Приморском крае. Владимир Клюшников, Павел Михайлов, «Панорама».